На территории области начала функционировать первая ледовая переправа в этом зимнем сезоне, а именно в Великоустском районе через реку Юг, устье Алексеева, Чернево. Всего планируется к открытию 17 ледовых переправ в этом сезоне. Но это еще не окончательный вариант. Мы ждем еще, когда, возможно, заявятся предприниматели, хозяйственные субъекты, которые традиционно у нас организуют технологические ледовые переправы. То есть это не социально, а именно для технологических нужд, там, вывоза леса, вывоза песка. В ближайшее время, это вот эта неделя следующая, уже заявлено, задекларировано открытие еще трех переправ. Это Великоустский район, две переправы через реку Луза, подъезд к селу Первомайскому, через реку Северная Двина, это на заречную сторону поселка Кузина. И в Сяжинском районе также планируется на следующей неделе открытие ледовой переправы.